Для начала измерю напряжение на элементе. 4,14 вольта. Элемент полностью заряжен. Для начала попробую закоротить элемент. Да, только отдача колоссальная. Так, а где этот молоток? Вон он. Молоток. Так. Энергии в нем до хрена. Попробуем посмотреть, выделится ли она, если я его буду повреждать. Сначала хочу повредить его не слишком сильно, так сказать, симулировать какие-то небольшие повреждения, которые возможны в электротранспорте. Да, такие повреждения он выдерживает. Дилемма: протыкать гвоздем или сильно ударить. Что скажет публика? Чувствуется через перчатку, что он тепленький. Хотя нет, не тепленький показалось. Вот это уже посерьезней. О! Отлично. Алюминий расплавился. Синий дым вышел. И внутри пустота теперь. Уж даже непонятно, какой это вывод, положительный или отрицательный.
Здесь просматриваются пластины. Ну, в принципе, все. Дальше даже не знаю, что с ним делать. Остается только вам ставить лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Делитесь в соцсетях. Так я вижу обратную связь, и это мотивирует на съемку. Вы обратили внимание на то, что этот элемент горел два раза, как будто внутри он состоит из двух частей. Сначала горела первая, а потом вторая. На фотографии таймлайна Adobe Premiere видно, что время горения этих двух частей одинаковое. Я его обвел красным. Я буду рад пообщаться по этому поводу в комментариях. Как вы думаете, состоит ли он внутри из двух частей? И если состоит, то для чего? Для надежности? Пишите ваши мысли в комментариях. Какие выводы можно сделать из данного теста?
Аккумулятор хоть и горит, но алюминиевый корпус его хорошо защищает. Элемент довольно живучий, чтобы он загорелся, его нужно прилично повредить. Я считаю, что если аккумулятор повредится до такой степени, как в видео, то я бы беспокоился о собственном здоровье, а не об аккумуляторе. На этом у меня все. Я рад каждому, кто посмотрел это видео, поделился им с друзьями, подписался на канал, нажал на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и оставил комментарий. Увидимся на канале. До скорого, друзья!